Всем добрый день! С вами Галина, город Руссаш, Воронежская область. Уже думала, ну все, с гейхерами в этом году обзоры заканчиваю, но не могу удержаться. Сегодня солнечная погода, на них капли росы. Это зрелище такое потрясающее. Еще раз пройдусь по сортам. Уже надо готовиться к весне. Заказываю, какие сорта закончились. Заказываю. Какие в наличии. Еще до сих пор, конечно, рассылаю. Заказы еще поступают. И пройдем, сделаем обзор сортов, какие высажены, какие не успела себе высадить, какие еще хотелось бы приобрести. Поговорим. Такое вот сделаю видео. Вот они, мои красавицы. Гейхеры. Этот хит этого года, гейхера Red Lightning. Такая вот красавица. Есть похожая электро. Она в меньшем объеме просто. Поэтому, наверное, себя не совсем показала. И есть три небольших еще таких же электры. Себе высадить не успела. Буду высаживать. Сейчас, наверное, пройду, кого еще не успела высадить. Вот гейхерела Артнува. Такая вот черненькой лапкой посредине. Два кустика ждут высадки. Гейхера Тирамису. Такая вот у нее интересная серединочка сейчас. Но вообще все листочки должны иметь такую окраску. Молодое растение, клонированное, поэтому приобретает окрас постепенно свой. Такие вот они. Вот две красотки Инфинити. Гейхерелы себе на расплод. Как я их не продала. Желающие были их забрать. Так, Джинджер Пич. Одна тут есть уже высаженная. Покажу, как она, насколько она становится красивой. Пич Фламбе. Остался один кустик высажен. У меня хочу добавить. Пиногри Гейхера. Продалась вся, была целая кассета взята, 84 штуки, но вся разошлась. Crimson Curls кудрявая, снизу лист бордовый и будет еще сильнее кудрявая, очень красиво будет смотреться. Гейхерела Brass Lantern, понравилась, если попадется, приобрету, чтобы и на рассылку была она. Midnight Rose. Этой красотки много не бывает. Немножечко оставила, еще себе подсажу. Побольше. Sugar Frosting. Такая. Серебристая с прожилкой. Тоже всегда пользуется спросом. Капучино для себя пару кустиков оставила. Тоже понравилась. Очень, очень быстро растущая. Лист кудрявый. Такая красивая красотка. Так, здесь у меня стоит два кустика обсидиан. Такой шоколадно-бордовый. Ну, красивая. Лист глянцевый. Fire Frost гейхерела. Пару штучек. Тоже ждет высадки. Здесь Solar Eclipse. Уже прям зона полностью практически окрасилась. Центральная. Пришли практически не окрашенные. Ну, вот уже показали сортность. И это себе добавлю. Махагон. Для себя черенковала, подрастила. Циркус небольшой тоже хочу себе добавить. Свои сорта. Это Solar Power парочка. Себе подсажу. И Frosted Violet. Ну, начинает нравиться. Больше себя показывает. Такой фиолетовый с прожилочкой. Вот так вот окрасилась Appalachian Trails Tiarella ампельная. То есть к осени это прям красота. Лист бархатистый, серединка прям темная-темная стала у нее. Такая вот красавица. Сейчас вот еще не достала. Джинджер Пич сияние. Очень понравилось. Немножечко удалось приобрести, но уже излишки все разослала. Парочка штук себе осталось. И начнем. По порядочку пойдем, чтобы никого не забыть. Midnight Rose, наверное, все знают ее, очень красивая,
с розовыми пятнами. Такая красавица. Это у меня хопскотч. Вот два куста. Это гехерела, быстро разрастается. Лист резной, очень красивый, понравилось. Растет быстро. Это тиарелла Happy Trails. Показывала. Все веточки уложила для укоренения, но она уже меня не слушается. Уже пошли плети вниз падать. Сейчас подниму, покажу, как укореняется. Если веточки пришпилить или просто уложить, или сами лягут на землю, вот так пойдет. Пенелопа есть в наличии, очень красивый сорт. Вот их сейчас покажу, два кустика здесь. Такая многоцветная, лист и оранжевый выдает, и розовый, и оливковый, очень красивая. Так, это Rose Quartz, это с металлическим блеском гехера. Очень необычная, в тени будет больше серого, на солнышке больше розового, даже ближе к фиолетовому на солнце бывает цвет. Красивая. Грейп сода, недавно посадила. Цвет такой все любят, такой сиреневый с прожилочкой. Черри-кола. Ну, красные всегда востребованы. Интересная тоже расцветочка, яркая. Популярная. Ну, а это бомба. Fire Chief. Fire Chief. Очень-очень нравится. Очень яркий. Ну, сейчас их пока наличия нет, этих сортов. Это уже на весну. Solar Power. Показывала малышку. Себе оставляла. Ну, вот так она выглядит. Конечно, тут не полностью зона окрашена. Пятнами центральная зона. Коричнево-бордовыми такими. Ну, красиво, очень красиво. И вот он, Ginger Peach, сияние. Вот она уже подразрослась. Очень понравилась. Приобрету на весну. Думаю, будет и в продаже. А вот она. Ага, вот это Peach Crisp у нас. Сияние Peach Crisp. Ошиблась, извините. А вот она, Ginger Peach. Она посветлее. Более светлый тон. Ну, на солнышке, наверное, будет более оранжевый. Тут тень за деревцем была. Это фисташ. Очень востребованный сорт. Все хотят желтую. Ну, конечно, она лимонно-желтая, но сорт востребованный. Очень, очень яркий, красивый. Дальше. Назерный пожелаем. Спрашивает, чем же она отличается. Вот смотрите, лист по-другому совсем повернут. У фисташ как-то ровненько. А здесь как бы по диагонали листики. Отличия есть. И в форме листа, и строение листа. Такой сорт. Еще он немножко и румянится к осени. Интересный. Так, сейчас немного перейду. Здесь у меня Джорджия Плам. Тоже востребованная. Есть небольшие сейчас в наличии. Могу выслать. Твалайт. Красавица. Цвет играет. Какой-то бархатистый, серо-зеленый. Какой-то такой не зеленый даже, а к бирюзовому ближе. Вот так как-то. Интересная очень. Понравилась. Бинош. Вот особенно в каплях росы. Бархатистый такой бинош. Вот они, листья крупненькие. Интересные. Понравилось очень. Плюм рояль. На солнышке стоял, был вообще фиолетовый. Здесь так вот серо-фиолетовый получился. Тут немного деревья. Этих еще не высадила себе. Но это кудрявая Рекс Ред. Была в продаже, разошлась уже. На весну планирую взять еще на продажу ее. Так. Пелос Пюпл. Очень тоже неплохой сорт. Листочки такие вверх-вверх, глянцевые, интересные, с фиолетовым оттенком. Красивые. Ну и дьюдропс. Капли росы. Сейчас есть в наличии небольшие кустики. Здесь прожилка. Явная такая прожилка. Розовая, к осени видна. Капли росы. Очень востребованный сорт.
сорт Милан. Вроде бы как серенькая-серенькая, но очень необычный рисунок у нее. На листочках вся как-то вверх приподнятая. Тоже понравилось. Снизу лист бордовый. Это Midnight Bayou. Такая бордовая с прожилкой. Тоже интересная. Вот она, Гейхерелла. Red Rover, красный пират в переводе. Я прям тоже в восторге. Ну вообще. Лист как у дуба, какой-то резной, интересный цвет, бордовый прям к осени. Яркая, яркая красоточка. Это Tapestry Гейхерелла. Ну, зеленая, яркая, с лапкой посредине, тоже востребована. Это моя ампельная, Appalachian Trails. Сейчас покажу вам. Вот она. Уже показывала, но она еще стала красивее. Центр листа еще потемнел, стал бархатистее. Это я ее всю вокруг уложила, вокруг своего основания, чтобы укоренялась. И она еще и вниз ушла. Такая интересная, красивая Tiarella. Вот. Это еще одна Happy Trails Tiarella. Ну вот они, корешочки, всем хочу показать. Вот они. Если уложить веточку, быстро прикореняется. Гейхерелла Sweet Tea. Разобрали тоже как горячие пирожки. Оранжевая, лист резной, быстрорастущая, хорошенькая. Sunspot. Такая лапка. Вроде как зелененькая, но к осени и желтая, и с красным становится. Интересная. Закончился сорт. Вот еще он один. Еще одна Tapestry. Красавица. Ой, Fire Chief. Ну как вот не показать тебя. Big Top Bronze есть в наличии. Как-то остался он без внимания, сорт. Но крупнолистная. Листы очень крупные. К осени в прошлом году была еще более оранжевая. В этом году чуть меньше даже. Еще все впереди, значит. Регина. Тоже вроде бы серебро. Но весь сезон цвет меняет. Играет. Серебристая. С прожилочкой. Цветы ярко-розовые. Очень красивая в цвету. Свирлинг Фэнтези. Весной поразила меня своим цветом. Там и розовое было, и какая-то прям вся прозрачная стояла, очень интересная. Тоже понравилось. Apple Crisp. Есть в наличии, кудрявая, зеленая, с мраморными прожилками. Быстро растет. Гейхера. Нокаут. Ну, точный нокаут. К осени просто этот лист, который посередине окрашивается, это, ну, точный нокаут для цветовода. Как ее не купить? И разрастается быстро, и умничка, неприхотливая, выносливая. Красота. Арт-деко. У кого уже всякие есть, тому надо срочно арт-деко. Потому что лист необычной формы, такой коричнево-оливковый. Интересная. Плам каскад. Мощная. Здесь ей уже давно тесно. Поэтому немножко она, наверное, на меня обижается. Не показывает всю свою красоту, но очень красивая. Серебро с розовым. На солнышке. Если в тени серая была бы. Еще одна дьюдроп с капли росы. Очень красиво. И свирлинг фэнтези. Вот. Это вот Silver Scrolls из серебристых. Быстро растет, неприхотливый. Разрастается на ура. Принц. Принц. Лист немного кудрявый. С бордовым подбоем такой. Тоже понравился мне. Burnished Bronze. Давно пора рассадить. Очень густо набитый там он у меня. Поэтому красоту не показывает. Но коричневый и глянцевый лист. Вот он, арт-деко. Еще один Sunspot. Ну и циркус.
циркус, выдает, бывает, настоящие цирковые трюки. Лист и сиреневый может из середины вырасти, и розоватый. Вот сейчас пока не показал красоту, но не факт, что еще одно видео не придется снять именно из-за него. Такой вот махагон. Очень красивая гейхера. Очень мощная. Вот не было у меня в продаже, негде было ее взять в этом году. Может, в следующем году возьму. Голден зебра. Отдельная тема. Голден зебра всеми любимая. А мной тоже в особенности любимая. Быстро разрастается. Много с этих кустиков было отделено. Череночков. Спасибо и трудяшка, и трудяшки. Были бы огромные, если бы не делила. Миднайт Баю еще одна. Нравится бордовая с прожилкой. Миднайт Роуз. Всеобщая любимица. И Хани Роуз. Хани Роуз почему-то два куста одного сорта, разный цвет, совершенно выдали в одних и тех же условиях. Вот еще один, этот еще чуть другого цвета. Вот такие они, красавицы. Ну и здесь мега карамель. Всегда показываю размер листа. Размер имеет значение в этом случае. Рио красавица в цвету, тоже непередаваемо красивая. Как бы не пропустить эту даму. Это у нас гейхерелла Sunrise Falls. Вот такие листья. Резные, с красной такой прожилкой. Еще бывают они оранжевыми и желтыми становятся. Но еще, наверное, все впереди. И здесь Little Cutie Peppermint. Такой зеленый, с мраморностью. Мраморная прожилка очень быстро растет. Красавец. И Tiarella Jeepers Creepers. На весну, я думаю, будет наличие. Не было в этом сезоне возможности взять для рассылок. Вот она. И вот дьюдроп с этого ракурса еще покажу. Красивые прожилки розовые. Это в наличии. Такая поляночка красоты. Немножечко отойти, чтобы меня не видно. Вот. Вот как их не любить? Как удержаться, не покупать новые сорта? Не знаю. Просто беда. Еще покажу, здесь у меня паприка. Паприка тоже просто бомба. В отличие от Рио, лист более такой кудрявый у нее. По цвету похоже. Ну, разница есть. Это паприка для себя высаженная. Есть немножечко еще и на рассылку. Здесь вот стоит. Это у меня Плюм Рояль. Здесь стоит. Красуется тоже. Ну и здесь я немножечко выставляла. Реклама была. В наличии Вигела. 4 сорта. Немножечко на остатке. Метельчатые. Фантом и Polar Bear, полярный медведь, и древовидная Стерилс. И также в наличии, опять забыла, шалфей Карадонна, многолетничек. Уже там набито-набито в стаканчиках 0,45. На следующий год будет просто куст бомбический с этого стаканчика. Также вот она Хаутюния, с каждым днем красивеет. Почвопокровник многолетний, неприхотливая. Разрастается быстро. Ну и что у нас вот сейчас в наличии? Есть на рассылочку. Морозник Пенни Пинк. Забыла показать. Новый сорт, новиночка. Очень красивый лист у него. Цветочек розовый, нежный. Очень красивый. Зацветает снег в земле, и он цветет. Вот. Ну и здесь немножечко пройдемся, что уже осталось. Это Twilight Гейхерелла, Little Cutie Peppermint Гейхера, Капучино.
Это тут Регина, Сверлинг Фэнтези и Сильвер Скролл. Так, здесь еще достаточно много Фрости Двайолет. Красивая сейчас прям в каплях росы. А, нравится. Так, такая вот мега карамель с огромными листьями. Такой вот он. Кримсон Кёрлс. Кудрявый будет прикудрявый. Подбой бордовый. Будет бомба. Парочка Fire Frost. Немножечко вот здесь паприка. Big Top Bronze с крупным листом. Ехерела. Пенелопа. Нравится сорт. Вот такие вот переливы цвета имеет. Очень необычный. Там тоже пенелопа. Кудрявая Apple Crisp. Little Cutie Peppermint. Здесь Silver Scroll. Swirling Fantasy. Немножечко осталось Sunrise Falls Гейхерелы. И немножечко коробочка от Berry Smoothie. Ягодный смузи. В переводе тоже цвет играет. С прожилкой розовый, малиновый. Очень красиво. Здесь нокаут. И немножечко Plum Cascade Гейхерелы. Это тоже сорт на расхват ушел. Вот немного осталось, небольшие. Это у нас Red Lightning. Ну и тадам, вот он у нас капли росы Dewdrops. Высылаю, почта с деком. Заказывайте. Тиарелочка. Тиарелочка ампельная Appalachian Trails. Ну и немного паприка. Это у нас назерность пожелаем. А здесь вот у нас немного фисташ. И немного голден зебра. Здесь на рассылочку. Здесь тоже паприка. Crimson Curls. Обсидиан буквально несколько штучек уже. Вот такой вот. Тапестри. Сорт красивый зеленый с прожилкой. Ну и также Регина. Silver Scroll, Swirling Fantasy в ассортименте. Еще есть на остатке. Еще раз обойдем это поле красоты. Очень красиво. Рада, что я с этим растением познакомилась, подружилась. Что оно у меня появилось. Это очень большая радость. Здесь у меня немножко есть еще жимолости. Тоже могу отправить. Флоксы. Сирень желтая примроуз. Сирень белорозовая красавица Москвы. Сирень красная Москва. Лапчатка красная даже есть. Red Ice. Рябинки пару кустиков есть. Жасмин махровый. Лапчатка. Ну и метельчатая там на остатке. Polar Bear. И там вот сиреньки у меня. Повторно цветущая сирень Мейера. Red Pixie есть еще. На отправочке. Такие есть растения. Сейчас покажу вам свой детский сад. Это, я надеюсь, я сохраню до весны. А, забыла, Джорджия Плам же немного. Вот еще есть на отправке. Уже можно, если кто хочет, отправить.